Сотни веселых постов, тысячи просмотров и лайков – так петербуржцы отметились в социальных сетях в новогодние праздники. Еще до боя курантов в пабликах появились сообщения о ползущих по стене здания в казарменном переулке Санта-Клаусах. А вскоре в топы вышел танец Дедов Морозов и Снегурочек под окнами детской больницы на Васильевском острове. Выше всех забрались сотрудники МЧС. В костюмах сказочных персонажей они поднялись на стену центра Алмазова. Дети очень довольны. Ленты соцсетей стали пестрить в новогоднюю ночь не только поздравлениями. Петербуржцы выбрались на улицу и начали водить хороводы. В лидеры просмотров пробился неудачный фейерверк в Мурино. Такое мы не рекомендуем повторять ни в коем случае. Фейерверки можно запускать только в установленных МЧС местах. В первые дни января в Петербург пришли морозы. Одни горожане отправились ловить световые столбы, другие включили фантазию и стали лепить необычных снеговиков. На борьбу со снегом вышли рыцари Приоратского дворца. Помогал им рыжий кот сэр Ричард. Очень милая оказалась встреча двух лисиц в Шушарах. Тысячи просмотров. Никого не оставил равнодушным и новый вид елки – свиристелка. Привет, с Новым годом! С Новым годом! Развеселили и гуляющие по улицам Выборга динозавры. Ну а самым добрым и популярным стал пост про лазурный автобус с Дедом Морозом, который ехал по маршруту 2024 в сторону счастья и успеха.